Инфекции, передающиеся половым путем, серьезная и довольно непростая проблема. Сегодня их предупреждению и лечению уделяется особое внимание. Лабораторная диагностика – один из передовых методов, позволяющих выявить скрытые инфекции и предотвратить серьезные осложнения в репродуктивной сфере. На протяжении десятилетий в областном кожно-венерологическом диспансере формировалась своя школа специалистов. Сегодня в качестве основополагающих здесь закрепился метод полимезарно-цепной реакции. На сегодняшний день ПЦР-возможности расширились и позволяют нам из одной пробы выделить одновременно несколько возбудителей инфекции, таких как хламидиоза, микоплазмоза, уреомикоплазмоза, герпеса, цитомегаловируса, вируса папилломы человека. Появились и новые современные тесты, такие как фемофлор, фемофлор-скрин, которые позволяют не только выявить возбудителя, но и количественно определить состояние урогенитального тракта у женщин. На вооружении медиков лаборатория, в которой есть все для того, чтобы установить вид инфекции, а также определить его чувствительность к препаратам. Главный помощник – бактериологический анализатор. Мы предлагаем обследование на высокотехнологичном оборудовании. В 2017 году наш диспансер приобрел Vita Compact 2. Это бактериологический анализатор, на котором мы проводим бактериологические исследования по выявлению микроорганизма, определение его чувствительности к антибиотикам, что позволяет лечащему врачу в ближайшие сроки назначить грамотное лечение. Практика показывает, что заболевания, выявленные на ранней стадии, лечить намного легче. Кроме того, есть шанс, что впоследствии человек сможет вылечиться полностью. В противном случае его ожидают серьезные последствия. Коварство вот этих инфекций, передающихся половым путем, в том, что при лечении они переходят в хроническую форму, признаки исчезают, а потом могут появиться через несколько месяцев или даже через год. И они вызывают очень сложные осложнения, которые заканчиваются или бесплодием у женщин, может быть нематочная беременность, могут быть онкозаболевания половых органов, могут быть воспалительные процессы у мужчин, которые тоже приводят к бесплодию. 15 февраля – это день, когда медики в очередной раз призывают людей к благоразумному поведению, напоминают об опасностях, которые таят в себе инфекции, передающиеся половым путем. В рамках всеобщего дня профилактики на базе областного кожно-венерологического диспансера пройдут консультации и бесплатные обследования. 15 февраля 2018 года на базе Брестского областного кожно-венерологического диспансера будет проводиться консультирование и бесплатное обследование на сифилис, гонорею, ВИЧ-инфекцию, хламидийную инфекцию, микоплазмоз, уреоплазмоз, трихомониаз и другие инфекции, передающиеся половым путем. Обратившимся надо будет иметь при себе паспорт. Справки по телефону можно получить 97-82-99. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Анастасия Стропко, Денис Величкович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буктовая».